Volvo V40 должна помочь нам еще раз войти в C-сегмент, где уже присутствует трехдверная S30. Мы предлагаем на этот раз клиентам автомобиль пятидверным. В этом классе мы будем конкурировать с Audi A4, BMW первой серии и Mercedes A-класса. В текущем году мы планируем вывести V40 на рынки европейских стран, а в следующем году к ним добавятся Китай, Япония, Австралия. В Германии цена автомобиля стартует от 25 тысяч евро. Volvo V40 будет комплектоваться дизельными двигателями 1,6 литра 115 лошадиных сил, которые расходуют всего 3,5 литра топлива на сотню, и 5-цилиндровыми 2-литровыми моторами мощностью 150 лошадиных сил и 177 лошадиных сил. Будут и бензиновые двигатели объемами от 1,6 литра до 2,5 литров и мощностью от 150 до 254 лошадиных сил. Для начала обратил бы ваше внимание на оригинальный полностью электронный дисплей, который каждый водитель может подстраивать под себя. На свое усмотрение можно выбрать тип дисплея. В варианте Elegance он более-менее напоминает классический вид. Версия Eco говорит сама за себя. В этом режиме основной упор в показателях делается на потребление топлива. В положении мощность акцент делается на скорость и частоту вращения двигателя. Дополнительно водитель может также скорректировать цвет дисплея в выбранном им режиме. Ну а теперь про airbag для пешехода. Подушка расположена под лобовым стеклом. На передней части машины находятся 5 датчиков, способных распознавать предметы, в том числе и ноги человека. Если перед бампером появляется пешеход, подается сигнал срабатывания подушки. В это же время капот приподнимается со стороны лобового стекла, но высота подъема ограничена сантиметрами 10 и вот этим крючком. Подушка вырывается из-под капота и распластывается по стеклу, захватывая и боковые стойки. Сам капот для снижения тяжести травм сделан из алюминия.